Я решил поддержать наших ребят, которые рискуют своей жизнью, защищают нашу общую родину, делится неравнодушный житель Кызыла Айдын Хертек. Для наших ребят приобрел 2 мотоцикла эндуро, которые хорошо передвигаются по грязи. И один автомобиль, УАЗик, который он у меня стоит без дела. Что ему здесь без дела стоять? Поэтому решил отдать нашим бойцам 55-й горной гвардейской мотострелковой бригаде. УАЗик в очень хорошем состоянии, мотоциклы все новые. Поэтому, надеюсь, верой и правдой будут служить нашим бойцам. О том, что действительно необходимо в зоне специальной военной операции, Айдын Хертек знает не понаслышке. Очень много товарищей меня там служат. И всегда, когда они в отпуск приезжают, общаемся. И ребята мало-помалу всегда говорят, там, где-то бы не помешала такая техника, где-то бы такая техника этим помешала. И поэтому были приобретены такие мотоциклы, чтобы там им было легче передвигаться между своими позициями. Всем нашим бойцам желаю всем вернуться живым, целости, невредимости. Сегодня мотоциклы принимают военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которые вернулись на малую родину во время своего отпуска. Приехали мы в отпуск. В дар получили 2 мотоцикла эндуро. Безумно рады, как от лица 55-й бригады. Не знаю, если точнее, от пехоты и штурмовых подразделений. Выражаем огромную благодарность нашему другу. Это огромная помощь для нас. Как бы не падаем духом. При такой поддержке нам как бы назад шагу нет. Идем вперед. Оперативность, перемещение, надежность, маневренность и не только. В боевых условиях мотоциклы зарекомендовали себя не хуже обычного автотранспорта. А в некоторых случаях оказывается даже гораздо эффективнее, рассказывает военнослужащий. Мотоцикл – это вообще как бы очень хорошая вещь. Подвоз воды, не воды, подвоз боеприпасов. Даже как бы раненого товарища можно вывести. Это огромная помощь. Там даже не счесть, наверное, функцию мотоцикла также, если взять. Даже как бы какой-нибудь приказ, не приказ довести, это все же не пешком. Можно это все будет, коммуникация будет очень быстро, и задача будет доходить от уст в уст. Один из залогов успеха в специальной военной операции – это быстрая доставка на передовую нужного груза и не всегда габаритного. Мотоциклы с этой задачей обязательно справятся. Айра Сад Батырбазан и Самдан Эргит, телеканал Тува 24.